Ну, как вы знаете, я яростный противник спорта и физических упражнений вообще. То, что я поддерживаю хоть какую-то форму, это результат того, что я отказался от чтения прежде всего, ну и стал слушать просто black metal норвежский. И от этого растут мышцы. То есть никаких упражнений делать не надо. Вот примерно вот такую физическую форму, отказавшись от чтения, вы наберете за 2,5 месяца. А если параллельно еще будете слушать black metal, то, в общем-то, такую вот физическую форму вы наберете побыстрее, месяца за полтора. Всем удачи!